Приветствую, друзья! На связи Андрей Жориков, и в данном видео мы обсудим последние новости, которые были озвучены на вебинарах, прошедших несколько дней назад. Прошлую пятницу Мигель Гомес провел вебинар на английском языке для команды из Пакистана, а на следующий день, в субботу, состоялся вебинар для русскоязычной команды, который Ирина Абалакова переводила на русский язык. Я решил сделать краткое резюме того, о чем говорилось на обоих вебинарах. Причем на английском вебинаре были кое-какие мысли, которых не было на русском, и наоборот. На русском вебинаре были некоторые моменты, которых не было на английском. Итак, перечисляем новости. Изначально планировалось запустить монеты на чужих биржах, но в этом случае пришлось бы платить значительные комиссии. В феврале было принято решение запустить собственную биржу, так как в этом случае ID не будет зависеть от других бирж и сможет сама регулировать курс монет. В качестве партнера была выбрана компания «Лидер рынка», которая создала лучшую биржу 2018 года. Если сравнивать с машинами, то движок этой биржи можно сравнить с Ferrari. Он способен обрабатывать тысячи транзакций одновременно. Это позволит освободить наших IT-специалистов, которые не являются специалистами по бирже. Когда вы хотите организовать работу полностью легально, это занимает много времени, так как требуется оформление всех необходимых документов, согласований и так далее. Только переговоры по созданию биржи заняли 1,5 месяца. 2 недели разработчики биржи подсчитывали стоимость. Для запуска биржи Umbrella необходима страховка. 3 недели назад было заключено соглашение со страховой компанией, которая обеспечит страховое покрытие в размере 100 миллионов долларов. Страховая компания проверяет 2 аспекта. Первое – документацию компании, и второе – коины, представленные на бирже. Доступ к админ-панели Umbrella у нас уже есть. Также у нас есть API, который позволяет уже зарегистрированных пользователей в Umbrella подключить к движку обменника. Верификация пользователей обычно занимает много времени, поэтому компания сделала правильный шаг, чтобы многие прошли верификацию еще несколько месяцев назад. И когда биржа запустится, то верифицированным партнерам уже не нужно будет терять время на верификацию, они сразу смогут пользоваться биржей, им нужно будет только поменять пароль. Старт Umbrella планируется на следующей неделе, то есть на этой неделе, которая вот сегодня началась. После того, как биржа будет запущена, мы сообщим об этом, и зарегистрированные пользователи смогут зайти в свои кабинеты путем смены пароля. По сути, мы будем первой MLM-компанией в мире, которая будет обладать собственной, полностью функциональной криптовалютной биржей. Приложение для Android уже готово, приложение для macOS тоже готово, но мы ждем, когда Apple запустит наш девелоперский аккаунт, чтобы можно было публиковать приложение. Что можно ожидать участникам бывшей Eagle Betrayed? Когда Umbrella будет запущена, они смогут обменять свои монеты на биткоины или эфириум. О том, когда и какое количество монет можно будет обменять, будет сообщено дополнительно. Нужно помнить, что когда компания начисляла вам монеты Eagle Social Gold Coin, цена золота была 39 долларов за грамм, сейчас уже 48 долларов за грамм. То есть каждая монета стоит на 9 долларов дороже, чем несколько месяцев назад. С момента старта Umbrella начинается ICO 3 монет – AgroCoin, EcoCoin, Time is Money. ICO длится 60 дней. В течение первого месяца для действующих партнеров обмен 3 монет не будет возможен. За это время цена монет достигнет номинала, и после этого их можно будет обменивать на биткоины. В течение 2 месяцев со старта биржи будет работать свап или обмен криптовалют между собой. При этом ваш баланс на бирже можно будет пополнять банковским переводом и банковской картой. Через 3 месяца появится возможность обменивать между собой не только криптовалюты, но и фиатные деньги. Бирж, работающих с криптовалютой, много, но бирж, работающих одновременно с фиатными деньгами и криптовалютой, мало. Это сложный юридический процесс. Umbrella войдет в число немногих бирж, работающих с криптой и фиатом. На протяжении предыдущих месяцев требовались значительные вложения в запуск биржи.
Этот период закончился, и с 28 по 30 сентября должны быть начислены дивиденды за сентябрь уже согласно маркетингу. Identification – это платформа долгосрочных инвестиций, а не краткосрочных. Мы не конкурируем с хайпами или компаниями-однодневками. Концепция ID – это формирование реальных земных бизнесов, которые будут приносить прибыль. Мы не работаем по схеме пирамиды, первые получают за счет последующих. Мы используем MLM для продвижения 19 перспективных бизнес-направлений. Например, производство пластика в мире – это бизнес с многомиллиардными оборотами. А мы с технологией биоразлагаемого пластика PLA имеем перспективу занять значительную часть этого рынка. Все больше стран осознают, какой вред природе причиняет обычный пластик, который очень сильно загрязняет окружающую среду. К примеру, некоторые страны уже запрещают использование пластиковых пакетов, поэтому использование биоразлагаемого пластика будет только расти. Можно сказать, что ID уникально в этом отношении. MLM при правильном использовании позволяет очень быстро развиваться. Мы все акционеры компании, и в офисе многие партнеры своими глазами видели документы, в которых отображены все отношения компании. Вы инвестируете не в компанию, а в собственное будущее. Да, нам есть в чем улучшаться, например, коммуникация оставляет желать лучшего. Планируемые даты не соблюдались, потому что часто они уже зависят не от identification, а от компаний-партнеров. Около 18 тысяч партнеров было переведено из Eagleby Trade. На сегодняшний день в компании уже 28 тысяч партнеров, то есть порядка 10 тысяч – это новые партнеры. После запуска Umbrella внутри наших кабинетов будет добавлен ID Shopping, ID University, ID Coffee. Это будет включать два направления – продажи кофе по MLM-структуре и оптовая продажа кофе юридическим лицам. Поставки кофе по Европе уже начались. Это еще один источник дохода для компании. Клаудио и Мигель много ездят в командировки. Почему? Потому что партнеры в разных странах находят разные варианты сотрудничества. Расширяется линейка продукции, а это дополнительные источники дохода для компаний. ID планирует организовывать мероприятия в разных странах. Также планируется открыть представительство в разных странах в согласии с местным законодательством. ID отличается от большинства MLM-компаний тем, что работает над обеспечением легальности в разных странах. Мигель Гомес планирует приехать в Россию. Есть даже планы открыть в России представительство. Вот такие новости были озвучены на двух последних вебинарах. Согласно этим новостям, биржа Umbrella должна запуститься на этой неделе. Будем надеяться, что это наконец произойдет. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.